Всем привет, это Настя 15, как всегда на своем канале. Вот название этих мастеров, может быть, кто захочет. Они, кстати, на любых поверхностях пишут. Вот сейчас буду рисовать фиолетового ядерного друга. Кстати, а кто не знает, кто это такие ядерные друзья? Это игра в Роблоксе, Rebel Friends называется. И там надо убегать от ядерных друзей. Ну, то есть, они там ядерные, и они еще друзья. Ну, и они, хотя, опасные. Надо прятаться в коробках, от зеленого нельзя спрятаться. Ну, ладно, не будем про зеленого, с фиолетовой. Фиолетовый сидит в люке, как я хотела сказать уже. Кстати, кто хочет со мной поиграть, мой ник называется Настя Ася 15Камар. Мой ник в Роблоксе, кстати. Можете пригласить меня в друзья, мы будем играть. Да. Кстати, по WhatsApp можно поиграть, если вы хотите там пообщаться. Прям поговорить вместе и играть. Кстати, если вы вот так вот, да, хотите... Напиши там, например, свой имидж там, либо имя там в WhatsApp. Мы позвоним, ну, либо ты, либо вы позвоните. И мы поиграть можем. Кстати, кто захочет именно прям сейчас позвонить, ну, только не ночью, пожалуйста, мы так-то спать будем. Здесь сейчас будет номер телефона моего, именно моего. И мы поиграем. Да, если вы хороший, добрый человек. Я просто стеснительная. И, кстати, если вы на компьютере, либо на телефоне, звоните, будем играть, как всегда. Вот так вот. Кстати, сейчас будет информация про фиолетового. Здесь, как всегда, красивенько. Короче. Продолжаем. Вот название, короче. Так, ну ладно, короче, все. Фиолетовый. У него такая свойственность. Если вы в коробке и идете по воде, а у него там это. А он еще в люке этом, он тебя все равно поймает. И. Ну, еще. Все равно, в любом случае. А если вы будете все равно бежать, ну то же самое будет. Короче, вот так вот. Вот сюда будет название, я пытаюсь показать. Вон, на их ногами. Вот название, короче, вот если кому еще хочется купить, если захотите. Короче, сейчас будем говорить информацию. Вот белый сейчас возьму, беленьким зубы обведу. Кстати, к сожалению, я больше не знаю информации про фиолетового. Напишите в комментариях, если вы знаете что-то новое про фиолетового, напишите в комментариях. Мы обязательно это почитаем, узнаем, и мы потом это все будем знать. А пока что я больше не знаю, больше других информаций. Короче, слушайте музыку, название здесь. Ну, ладно, все. Сейчас будет Авымбл. Уи. Так, ну просто я ждала, когда он высохнет. Вот так вот. Все, еще уже не до высох. О, немного не до высох. Ну ладно, ничего страшного. Я потом за кадром это немного подправлю, если что. Ну, если там у меня что-то криво будет. Ну ладно, все, слушайте музыку уже без меня, все, ладно. Так, если кто-то не любит или боится, либо ему страшно, страшные мордочки, отойдите немного на это от экрана. Я сейчас скажу, когда эту морду я, ну, мордочку немного подисправлю. Ну, либо просто закройте это рукой. Потому что она немного страшная, как вы видите сейчас. Ну, просто я хотела обвести, я, наверное, это зря сделала, просто новый фломастер, еще не привыкла к нему. Ну, я потом за кадром это немного подправлю, надеюсь. Обязательно подправлю, если кому-нибудь страшно, я подправлю, да. Ну, все, дальше делаем. А тело уже все нормально.
кстати, я потом за кадром это исправлю. Ну, конечно, в следующем видео, к сожалению. Ну, либо... Короче, все, я уже почти доделываю. Я тут немного скосила. Ногу уже не там сделать хотела. Ну, конечно, да, все пошло не так. Ну, короче, до следующего видео. Всем пока!